Господин Мадуэн, снова про Западный Азербайджан. Из Армении, из Советской Армении, выехали где-то 160 тысяч армян. Турок. Турок, да. Азербайджанцев. Турок. Выехали 160 тысяч турок. Притом они, когда выехали... Где-то начали выехать в ноябре 1988 года. А 7 декабря, да. Утром 7 декабря последний эшелон с турками выехал за пределы Армянской СССР. Да, очень интересно, что накануне землетрясения ни одного турка там не осталось, и ни один турок не погиб. Ну, много чего интересного связано с землетрясением. Но армянская сторона, то есть армянские социалистические власти им передали 110 миллионов долларов компенсации. За то, что они выезжают. Помимо этого, они когда выехали, уже были... освобождены где-то 12 тысяч собственных домов только в Кировабаде, в Ганзаке. Сколько там тысяч домов в Гартманке, сейчас не знаю. И потом уже в течение 89 года до августа месяца они тихо-тихо так спокойно, собирав свои вещи, даже домашних животных, взяли в Баку. А, понятно. Ебанутая.